Друзья, всем доброго времени суток. Я решил сделать ошиповку колес, показать вам, как это делается с легкостью в гаражных условиях. В принципе, в интернете этого много, но я сам попробовал. В принципе, это не тяжело, но хлопотно. Вот у нас уже наступила зима, уже минус 12, снег выпал. Вот, и я приобрел на Алиэкспрессе две пачки по 100 штук шипов. Сейчас подойду поближе, покажу. Вот такие вот шипы с очень широкими шляпками нижними. Стоят они 1400 рублей. Кому будет интересно, оставлю ссылку в описании на эти шипы. Вот. Но для начала я хотел вам посоветовать. Сначала надо вытащить свой шип с своей резины. Вот такой вот у меня. Старый. Уже стерся. И замерить высоту самого шипа. У меня высота шипа вот этого 8 мм. А вот такой вот новый шип с очень широкой шляпкой. Вот, но единственное, что здесь сам шип, он круглый, а на моих он был ромбообразный. Я уже попробовал, хорошо садятся. Но я хочу вам продемонстрировать, как это все с легкостью можно сделать и зашиповать себе на зиму колеса. Сегодня я буду шиповать колеса с помощью трех инструментов. Это вот основной инструмент, это инструмент для снятия стопорных колец. В хозтоварах он в районе 200 рублей стоит. Вот. И с помощью двух обычных отверток, минусовых отверток. Вот. С помощью такой лучше тоненькую взять отвертку. С помощью этой буду вытаскивать шипы. Вот. А вот с помощью этой буду засаживать на свое посадочное место шип. Чтобы легче было зашиповать, чтобы шип садился на свое посадочное место, надо развести обычный мыльный раствор. Чтобы вытащить шип, надо сначала расширить посадочное место и под низ всколупнуть сам шип. Все, вот он. Вот он, шип старый. Сейчас будем садить новый. Для этого нам надо просто немножко смочить отверстие, откуда вытащили шип. Загоняем наш инструмент в само отверстие, откуда вытащили шип. Расширяем его. Ставим шип под наклоном. И минусовой, другой, побольше отверткой загоняем в посадочное место. Все. Ну и вот, собственно, шип уже сидит на месте. Зашел прям как родной. В принципе, ничего сложного. Если у вас очень много шипов вылетело или стерлось, это, конечно, займет очень много времени, чтобы зашиповать полностью колесо. Вот, раз, два, все, шип вытащил. Сразу, конечно, у вас это не будет получаться, но постепенно, там шипов 10, если получится засунуть, значит, можно сказать, у вас процесс будет идти быстрее. Вот. И хотел сразу показать такой момент, когда расширяете отверстие, шип должен вот в таком положении, то есть самим шипом вовнутрь, вот сюда смотрел, ну, чтобы он смотрел вовнутрь самого вот этого инструмента. Вот. Ставите его наискось, так вот, как бы шляпкой, ну, получается, как показать, блин, сейчас, короче, вот в таком положении, блин, видно, не видно, короче, в таком положении, чтобы шип смотрел в сторону вот этого инструмента, расширяете, и самое главное, надо давить корпусом. Не так рукой просто, а вот именно на сам, получается, шип, на само основание шипа, в середину надо давить. Давите, и вот телом, так будет проще и так легче. Все, шип на месте, как родной заходит. Вот еще раз покажу.
расширяем на само отверстие, как вытащить шип. И под нижнюю шляпку его надо вытащить, поддеть, и вот он, шип уже вытащен, уже его выколупал. Опять смазываем мыльным раствором, вставляем, расширяем. Ставим вот в таком положении шип по диагонали и давим на основание самого шипа. Хоп, и он там, все. А шиповка, конечно, процесс такой долгий. Если 4 колеса шиповать, может уйти целых полдня. После этого, конечно, еще немного руки болят. Но экономят ваши деньги. Считайте, за вот эти две пачки, как я говорил, 1400 рублей отдал, а на шиномонтажке за один шип просят 15 рублей. Вот считайте, если 4 колеса зашиповать, это выйдет 6000. Вот. И шиномонтажники, они применяют точно такие же шипы ремонтные. Так что думайте сами. Если честно, я не знаю, сколько продержатся шипы за весь сезон. Вот. Но люди пишут по-разному. У кого-то вылетают там по 20 штук, у кого-то вообще практически не вылетается. Это зависит от того, как вы будете ездить, как вы будете шлифовать. Если не шлифовать, я думаю, что такие шипы будут сидеть хорошо и вылетать не будут. Собственно, столько я вытащил шипов из двух колес ненужных и потратил пачку, точно где-то полторы пачки потратил, вот столько осталось. Ну все, друзья, я шиповку сделал двух колес. Старые некоторые я оставил, которые еще торчат, но очень много ушло шипов, почти две пачки. Сидят они хорошо, ходили туго, надеюсь, на зиму хватит. Потом весной посмотрю, сколько вылетело шипов. У нас, считайте, что наступила зима, скоро будет открытие зимней рыбалки, поеду на первый лед. Кстати, мотособаку я свой продал, в этом сезоне буду ездить на небольшом снегоходе. Вот, буду делать обзорчики, будут рыбалки. В общем, не пропустите видео, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Оставляйте комментарии. Вот. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, всем счастливо. До следующих рыбалок.